Полицейские опросили потерпевшую, а также изъяли записи с камер видеонаблюдения. Удалось установить местонахождение подозреваемых и вскоре задержать их. Двое ранее судимых приезжих 20 и 30 лет в кабинете следователя признались в содеянном. При совершении разбойного нападения ими было использовано в качестве оружия преступления пневматический пистолет, под угрозой которого они завладели суммой 15 тысяч рублей. Похищенные деньги потратили на собственные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкции предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. В настоящее время подозреваемые арестованы. Ведется следствие.